Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы поговорим о хроническом бактериальном простатите. Что такое вообще хронический бактериальный простатит? Это воспаление предстательной железы, которое вызвано теми или иными бактериями. Бактерии чаще всего вызывают простатит, гораздо реже вирусы, простейшие. Чаще всего это конкретно вызывают бактерии. Бактерии могут быть как неспецифическими. Неспецифические – это бактерии, которые не относятся к инфекциям, передаваемым половым путем. Примерами может быть стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, энтерококк, наиболее частый в последнее время, протеи, стрептококки и прочие бактерии, которые селятся в ткани предстательной железы, вызывая ее воспаление. Специфическим бактериям относятся, в частности, гонококк или гонорея, хламидия, микоплазма, уреоплазма, в ряде случаев могут также вызывать бактериальный хронический простатит. Какими путями поступают бактерии в ткани предстательной железы? Ну, во-первых, что касается инфекции, передаваемых половым путем, которую я перечислил только что, это чаще всего инфицирование из очагов воспалительного процесса другой локализации, то есть наиболее часто из уретры. Уретра – это мочеиспускательный канал у мужчин, ее наиболее часто сначала колонизируют та же хламидия, те же гонококки или гонорея. Соответственно, затем они постепенно поднимаются из передней части, то есть висящей части уретры, в заднюю часть, где находится непосредственно уже путь предстательной железы, куда она открывается, и, соответственно, постепенно они колонизируют предстательную железу, простату, вызывая хронический бактериальный простатит. Этот путь наиболее частый, он встречается наиболее часто у мужчин. Гематогенные и лимфогенные – это с кровью. С кровью наиболее часто как раз поражают простату неспецифические бактериальные инфекции. Те же энтерококки, та же кишечная палочка наиболее часто локализуются в области кишечника, в области заднего прохода. И часто она по сосудам непосредственно попадает в ткани предстательной железы, колонизируя их и вызывая там воспаление. Что способствует развитию простатита? Простатит способствует застой предстательной железы, то есть нерегулярная сексуальная жизнь, или наоборот очень активная, наличие половых инфекций, снижение иммунной системы, переохлаждение простаты и так далее. Все это способствует тому, что ткань предстательной железы постепенно вовлекается в воспалительный процесс при попадании туда вот этих вот бактерий, которых мы рассматривали выше. Дальше постепенно, после бессимптомного периода, он может быть достаточно длительный. Почему? Потому что болевых рецепторов нет в предстательной железе. Наступает период симптомов, тех или иных симптомов, которые могут не проявляться годами. И в этом нет ничего удивительного, когда мы на фоне полного здоровья находим какие-то признаки по УЗИ простатита, находим воспаление в предстательной железе в самом секрете. Это происходит из-за отсутствия болевых рецепторов, они находятся только в капсуле простаты, и поэтому, пока она не перерастянута, мы долгое время можем не замечать какие-то симптомы. Характерными симптомами простатита, бактериального в том числе, является ноющая тупая боль внизу живота, которая может отдавать в промежность, мошонку, мочевой пузырь, прямую кишку и так далее. Это нарушения мочеиспускания, которые могут характеризоваться болью, жжением, учащением мочеиспускания, также неполноценным опорожнением мочевого пузыря, чувством неполноценного опорожнения мочевого пузыря и частым ночным мочеиспусканием. Постепенно прогрессируя простатит переводит к эректильной дисфункции. Сначала может наблюдаться даже удлинение длительности срока полового контакта, затем происходит, как правило, преждевременное семяизвержение. То есть во время полового акта происходит достаточно сильное укорочение полового акта. Также постепенно, как мы уже говорили, происходит эректильная дисфункция и может наблюдаться различные изменения в сперме по типу прожилок гноя, по типу прожилок крови, особенно часто это наблюдается при калькулезном простатите, о чем вы можете посмотреть отдельное видео на нашем канале и так далее. Также при актидификации часто выделяется из уретры слизь у мужчин, что их достаточно сильно пугает, они часто думают на половую инфекцию, хотя это может быть просто тот же самый стрептококк, энтерококк или кишечная палочка.
Что делается для диагностики хронического бактериального простатита? Ну, во-первых, делаются посевы на те самые бактерии, если мы подозреваем неспецифические бактерии. Посевы делятся на посевы из уретры, посевы мочи и посевы непосредственно секрета предстательной железы. В ряде случаев выполняются также посевы спермы. Там мы смотрим, какие неспецифические бактерии там есть и какие антибиотики и фаги выполняют роль или могут быть использованы для лечения. Кроме посевов берется секрет простатного воспаления, в ряде случаев берутся общие анализы мочи, простатоспецифический антиген, это анализ крови делается, ну и также выполняется ультразвуковое исследование предстательной железы. Вот тот минимум, который должен выполняться при хроническом бактериальном простатите. Он же должен выполняться и после лечения в качестве контроля. Лечение хронического бактериального простатита должно быть направлено, во-первых, на удаление той причины, которая вызывает обострение в настоящий момент, то есть той бактерии, либо бактериально-половой инфекции, которая послужила причиной обострения, а может быть причиной развития всего хронического бактериального простатита. Для этого назначаются антибиотики. Антибиотики именно те, к которым чувствителен этот возбудитель, то есть по результатам посева. Предпочтительно выбирать те антибиотики, которые проникают в ткань предстательной железы. Это такие препараты, как левофлоксацин, ципрофлоксацин и некоторые другие. Кроме того, выполняется, как правило, при отсутствии острого воспаления массаж предстательной железы, лазер или магнитотерапия на простату, то есть физиотерапия. Выполняется промывание канала теми же самыми растворами колоргола. Используются ферменты по типу лангидазы, химотрепсина, который разжижает секрет предстательной железы. Одновременно используются препараты для восстановления функции простаты по типу простакора и многое другое, что подробно объяснено в других видео нашего канала по уже лечению простатита. При необходимости диагностики и лечения хронического бактериального простатита вы можете обращаться к урологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. У нас принимают грамотные врачи, которые занимаются диагностикой и лечением данного заболевания. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.